9 сентября в Московской области пройдут выборы губернатора. В этот день все избиратели смогут легко проголосовать там, где они находятся, на любом избирательном участке в пределах своего региона. Нужно только заранее подать на удобном для вас участке заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Как это сделать? Выбирайте. С 25 июля по 5 сентября в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии или через единый портал госуслуг, а с 29 августа по 5 сентября в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Звоните!